Сижу дома. Сижу дома. Сижу дома. Сижу дома. Сижу дома. Сижу дома. Сидим дома. Бегом! Сидим дома. Сидим дома. Сидим дома. Сижу дома. Сижу дома. У меня самая лучшая самоизоляция. На даче. Сижу дома. Сидим дома. Сижу дома. Сидим дома. Сижу дома. Ай! А мы... сидим дома у костра. Да! Здравствуйте, друзья! Вот такой вот вам вид сегодня на фоне персика и черешни цветущей. Сегодня мы, конечно же, сидим дома. Вчера сидели дома, суббота, воскресенье. Никакие прогулки и развлечения сейчас не к месту. Но... я, конечно, не совсем сижу дома, я работаю. Цикл работы у нас непрерывный, поэтому нам выдаются справки, и мы работаем. Кто-то должен заниматься сельским хозяйством. В Крыму идет посевная, сельскохозяйственные работы, поля сеются, поля обрабатываются. И сегодня я немножко с полей вам пришлю кадры. Посмотрите, полюбуйтесь на наши крымские поля. У нас не только горы, у нас не только море, но и сельское хозяйство. Постоянно тоже ведутся работы. Как же без этого весной? Протянули капельку. Видите, сзади меня полив идет. Поливаю пересаженную клубничку. Вот. Сзади у нас цветут тюльпанчики, нарциссики уже цветают. В общем, вот такие вот обычные огородные хлопоты. Ну, а дальше, наверное, перенесемся в комнату. Я расскажу более подробно, как же у нас дела в Крыму. Вчера уже не хватило просто сил дозаписать свое видео, поэтому сегодня в обеденный перерыв продолжим. В общем, что же у нас в Крыму? Дальше продолжается у нас режим повышенной готовности. В указ сегодня я смотрела выступление Аксенова, будут внесены изменения. Теперь старики свыше 65 лет смогут выходить также на прогулку с животными до ближайших магазинов, до медучреждения. Вот такие послабления. Потом еще расширят список предприятий, которым можно осуществлять деятельность. И опять-таки условия остаются теми же, чтобы осуществлять деятельность, должна проводиться дезинфекция рабочих помещений. Должны быть обеспечены работники средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами. И должно соблюдаться социальное дистанцирование, то есть не менее 1,5 метра между людьми. Если это невозможно делать, обязательно ношение масок. В общем, вот такие вот у нас новости.
И дальше, значит, учебные учреждения продолжают находиться в дистанционном режиме. То есть ученики обучаются дома, сами, с родителями, что усложняет, конечно, для родителей жизнь. Теперь, вот касаемо, хорошо, у меня двое детей ходят в один класс. Я могу им как-то преподавать одновременно, сажу их рядом с собой, объясняю тему, мы с ними разбираем, так учимся. У кого двое детей, я не представляю, как это делать. И если это младшие классы, все равно в младших классах ребенок сам еще дистанционно обучаться не в состоянии, им нужно разъяснять. Вот, помимо, конечно, остаются все электронные сервисы, которые также нужно детям посещать и работать в них, да? В общем, ситуация к этой отношусь я очень неоднозначно. К чему это все приведет, сказать сложно. Тем более, что вирус, он просто так никуда не исчезает. Но критикой заниматься здесь не буду, поэтому имеем, что имеем. Вот такие вот у нас новости. Всего хорошего. Скорейшего всем, наконец-то, выздоровления, кто болеет, и выхода из этого ужасного для людей режима.